стосунків між парою полягає у дбайливому ставленні один до одного. Як ми обираємо другу, свою половинку, дізнаємось зараз від гостя, яка прийшла до нашої студії. Це Аліна Оголь, психологиня, психотерапевтка. Аліна, дуже раді вас бачити сьогодні в нашій студії. І на сьогоднішній день є така сумна статистика. Це 86% розлучень. І ці розлучення, вони все ширшими стають, частішими. Вони повторюються. Від того залежить, що не ту людину обрали ми одразу, чи, можливо, від чогось іншого. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, якою є причина ось таких стосунків між чоловіком та жінкою? Смотрите, я на эту тему могу говорить очень много, поэтому вы там в какой-то момент меня останавливаете следующим вопросом, да, потому что в одном этом вопросе много, да, там, о чем есть поговорить. Сначала, да, там, про вот эту половинность нас, да, там, мы изначально рассматриваем себя как нецелостный человек, и тогда как будто бы мы выбираем партнера из своего какого-то неда, да, там, нам что-то не хватает, и нам нужен человек какой-то рядом, чтобы вот эту свою часть дозаполнить, да, там, и идти уже тогда вместе. И тогда мы накладываем ожидания на партнера. И не каждый с этим справляется, да, потому что мы живем в каких-то своих проекциях, что ты должен в браке со мной, да, там, или в отношениях со мной делать, каким ты должен быть, да, там, и не проясняем этого изначально. И партнер, в свою очередь, делает то же самое, ведь, ну, все равно, да, тут гендер роли не играет. И поэтому, возможно, да, там, из-за вот этих каких-то наложенных, да, там, ожиданий друг на друга и непроясненных изначально, и из-за вот этого дефицита, а не из-за того, что мы выбираем партнера, потому что нам хорошо самой собой, да, там, и хорошо тогда рядом с другим человеком, таким же целым, как и я. И вот я думаю, что вот пары и браки такие, да, вот они как раз существуют и не разводятся. А вот из этого дефицита... Тобто нам треба не обирати половинку. Ні в якому разі. І взагалі ось той термін, який вже звикли ми чути, це там половинка, моя половинка, друга половинка, від нього краще відходити, так? Ну, я думаю, да. Треба обирати цілісну людину. Ну, звичайно, ми всі розуміємо, що ми обираємо цілісну людину, так, але ж, мабуть, з психологічної точки зору таки той відбиток, він роль відіграє у нашому житті. Відбиток тієї половинки. І, можливо, якраз замінення того, що вам не вистачає, воно якраз буде потім відбиватися у вашому житті, і воно зовсім, можливо, вам не потрібне. Да. З приводу вибору, як обирати правильно? І на що треба звертати увагу з самого початку, коли ви хочете просто познайомитися з людиною? Ну, тут би я порекомендувала якісь такі, знаєш, лайфхаки. Например, писать списки. Это вообще, я всем своим клиентам советую писать списки. Изначально, да, там, каким ты хочешь видеть этого человека рядом с собой, да, там, начиная от внешности, там, высокий, блондин, брюнет, и заканчивая, да, там, какими-то характеристиками. Там. А тоді дивишься и разумеешь, таких не бывает. И вот, и следующий список, переходим к следующему списку, да, в котором ты пишешь, там, вот, такие черты характера однозначно недопустимы, да, там, в отношениях со мной. А с вот этим я там готова как-то мириться, идти на какие-то компромиссы. И вот когда вот эти там три каких-то списка соединить, то получаются достаточно реальные люди. Потому что ведь если мы вот так не анализируем, да, там, какой нам нужен человек, то в любом случае мы же мечтаем о лучшем, о прекрасном, да, там, а вот как раз таких людей там, ну, встретить тяжело, они там в сказках и остались, наверное, где потом закончили счастливо после свадьбы. И вот мы, например, зараз будем давать пораду жінкам и чоловікам, які там собі вже хочуть шукати щось, так? От вони взяли листочок, наприклад, так? Що їм треба робити? Їм треба його розділити на три частини. На три частини, да. Розділяємо на три частини. Що ми пишемо в першій частині? І перша частина ми пишемо, от прям ідеал, який должен бути. Да. От що ти в ньому хочеш бачити? Ідеал людини, так. Ідеал чоловіка, да. От внешніх характеристик до характер, да, там, и отношения его, каким он там должен быть на работе, как он должен относиться там к твоим родителям, подруге, интересы. И вот все, что там приходит в голову про идеального мужчину, вот, или женщину, да, там, мы пишем в эту первую полосочку. Ну, нехай будет их там 10 пунктов. Достатньо? Ну, чи треба больше? Как угодно. Там, как может каждый... быть, дуже багато. Ведь, да, люди же,
они кому-то там хватит добрый любил меня, да, там, а у кого-то mm-hmm. будет вот такой список. Так, добре, є. Далі, друга колонка. Mm-hmm. Що туди пишемо? А вторая колонка должна быть однозначно, что я не приемлю в отношениях, mm-hmm. да, там. Какой человек однозначно мне не подходит, да, там не подходит, не подходит, да, там не подходят, можливо, рисы характеру, зовнішність, рисы характеру, да, внешность, все, звички. Отношения, привычки, да, там мне точно там не подходит мужчина, который курит, например, да, там, потому что я там не люблю этот запах, или мне не нужен, да, там спортсмен, который 24/7 увлекается спортом, у него не будет время для меня. И это могут быть как какие-то совсем плохие вещи, да, там вот условно наркоман и бьет меня, да, там это точно неприемлемо, то каких-то вот таких банальных вещей, там я не хочу, чтобы он любил комедии, вот лично я не хочу, да, там мне нравится другое кино, и вот, вот какие-то вот такие вещи, которые точно нет, да, так, там недопустимо. Точно не подходит. Угу. Далее. И третье, это с чем и можно мириться? С чем можно мириться, угу. Да, там мне это не очень нравится, но в принципе не критично. Угу. Тобто тут как раз вот та третья колонка, да. Она, мабуть, найдієвішая, реальнейшая, она реально, да, и когда мы вот эти все три колонки совмещаем, мы можем видеть более-менее реального человека, да, там, у которого вот этого нету, да, там, а вот это есть, вот до этого он дотягивает почти идеал, да, там, угу. И вот, Алин, а причина непорозумінь, в чому вона криється? Щось ви так не любите в тій людині, чи, можливо, ви не, таки не написали ці три колонки і не визначили, хто ж ваш чоловік чи ваша жінка? Что вообще, в принципе, да, такое непонимание, да, там, разногласия каких-то там вкусов или что, да, в чем это? А может быть такие непорозумения, которые приведут до разлучения, угу. Когда людина уже не может мириться с теми звичками, чи не может просто переносить безлад, можливо. Є дуже багато різних ситуацій, з якими можна було на самому початку розібратися. І коли вони вже повторюються, коли залишається неспокій, коли вже людина починає ображатися, і ця образа накопичується, мабуть, тоді вже дуже складно владнати щось. І що робити на перших порах, щоб от якраз те непорозуміння не стало все вже відбивною точкою, і все, ви вже розлучилися? Ну, я думаю, чтобы вот этого непонимания избежать, да, нужно изначально говорить, нужно договариваться, да, нужно говорить про какие-то свои потребности, да, там, какая я в отношениях, какой я хочу видеть тебя рядом со мной. И вот как раз про вот эту половинку-неполовинку, да, там, и не пытать иллюзию, что вот этот человек, там, он будет перекрывать какие-то мои потребности, да, там, я сама себе должна их закрывать, в принципе, да. А когда мы ждем от человека чего-то, особенно если он об этом не знает, да, вот нету вот этого диалога, то вот этого, мне кажется, непонимание и происходит. А, до речі, жінка дуже часто чекає, і чекає частіше, ніж чоловік, тому що вона думає, що такий чоловік, це його обов'язок подумати про квіти, можливо, про якісь компліменти, про жести, які дозволять відчути себе жінкою, а не всі чоловіки навіть про це розуміють, не всі знають, що це потрібно робити, можливо, не навчили. Може бути. Так, в родині не було таких стосунків, і хлопець не бачив, як тато поводився, а можливо, взагалі не було ситуацій таких подібних, і насправді виховали зовсім інакше. Ну, ти вже сама відповідаєш немножко на свій же. Я просто розумію, що, що може бути таке. Конечно, да, ведь мы же все пришли, там вот встречаются два человека, а на самом деле встречаются там семейные системы женщины и семейные системы мужчины, да, там. Она жила, где там папа с первого слова маме все нес, и, конечно, она от мужчины ждет того же, да, там. А он, например, вообще рос без отца, ведь в наше время, да, там, ну, это такая практика частая, к сожалению. А что ему сказать про це? И... Да, і тоді говорити. От йому сказати, ти знаєш, мені на 8 березня потрібно, щоб ти приніс букет квітів обов'язково. А, ну, як так можна сказати? Ну, от так і говорити. От так і говорити. Ну, або говорити, мені потрібно твоє увагу. Угу.
Я думаю, що не всі чоловіки розуміють, що це таке теж. Я просто хочу зараз допомогти жінкам і чоловікам знайти оті точки їхніх бачень, не різності, а навпаки, близькості їхніх стосунків, щоб вони розуміли, як бути в якихось ситуаціях, щоб не довелись вони до конфлікту, до розриву стосунків. Ну, от я там в отношеннях зі своїм мужем, да, вспоминаю завжди вот эту книжку «Мужчины с Марса, женщины с Венеры», да, но мы разные. И там, допустим, мой муж тоже, ему нужно говорить. И мне, как девочке, мечтается, чтобы он там сам все приносил, сам все дарил. Но я поняла, что так я могу долго ждать, а потом обижаться, да, там на него. И вот эти обиды, они же и строятся дальше. Там конфликты, непонимание, все остальное. Или проще, да, там немножко перестроиться и где-то сказать, выработать у него привычку, там, милый, мені потрібно дарити цвіти. Треба таких виховувати, так, Аліна? Ну, от як будто би, да, там, якщо не довоспитала мать, то, ну, либо буде довоспитувати психотерапевт, либо жена. А психотерапевти, вони ж теж можуть дати рекомендації, так, більш дієві, практичні, можна сказати так. Що треба робити для того, щоб бути в сім'ї задоволеними, так, щоб і чоловік, і жінка мали вже якісь стосунки. З приводу замовчувати, з приводу того, чи потрібно конфліктувати, чи ні. Деякі пари дуже часто замовчують ситуацію, ну, образа, ну, нехай, ну, нічого, нічого страшного, ну, образився. Наступного разу, можливо, воно якось буде інакше. Чи буде інакше? Не буде. І взагалі відсутствие конфліктів – це все. Це та точка, в якій пари як будто б більше вже нет. Да? Тому що конфлікт – це движение вперед. Це значить, мені не безразлично, що з нами происходит, і не безразлична ця тема. Я готова, да, там у мене є енергія і сила, щось прояснять. Когда я не хочу прояснять, значить, мені вже все равно, да, на тебе. І тоді як будто б вот это вот замалчивание, да, там этих конфліктів, они не дают паре двигаться вперед, они не проживают какую-то свою стадию, да, там, и, соответственно, движения дальше нет. Але ж, знову ж таки, виходячи з того, що чоловіки та жінки різні, з різних планет, наприклад, то чоловікові навряд чи сподобається, аби жінка весь час йому конфліктувала, чи нагадувала про якусь ситуацію, чи говорила йому про щось, і він просто буде закривати вуха і чи йти своїми справами займатися. Ну, і от тут вот, да, там, важность там терапии, да, там, чему меня научила терапия, о том, что в конфликты надо вступать тоже, ну, экологично, да, там, и если, конечно... Обережно. Да, и аккуратно друг к другу, и с уважением, и говорить не упреками, там, ты, козел, мне не подарил цветы, да, там, а о себе, о своих чувствах, да, там. Я чекала. Я ждала, и мне обидно, мне неприятна эта ситуация, да, там, мне было бы приятно, как женщине, чтобы ты мне подарил, да, там. И вот когда мы говорим о чувствах, это уже не так сильно ранит, да, там, нашего спутника, там, нашего партнера, как если мы будем с наездом на него, что там, ты не такой, ты не прав, я ждала, ты не сделал. Ми говоримо про себе, ну так само і чоловік. А хто ближче до психотерапії, хто легше сприймає, кому більше підходить, вона чоловікам чи жінкам? Это абсолютно. Жінки, мабуть, частіше клієнтки? А женщины более частые клиенты, но я думаю, что это обусловлено тем, что все-таки у нас как-то так... Во-первых, еще не до конца терапия вошла в нашу обычную жизнь, а еще мужчины заняты чем? Зарабатыванием денег, и им как будто бы не совсем есть когда. Да, там. Но в моей практике точно есть мужчины, которые приходят, они хотят что-то делать и менять. Угу. Тобто чоловіки зараз йдуть на те, да, щоб виправити ситуацію. А кому треба першому йти на примирення? Чоловікові чи жінці? Вот это тоже такой вопрос интересный. Да, там, а кому нужно? А кто ощущает в этом потребность? Да, там, и посмотреть, а насколько часто, если я, женщина, подхожу первой, да, там, всегда это делаю я, или хоть иногда делает это мужчина. И это, да, там, тоже вот эти звоночки какие-то. Если примирение нужно только мне, тогда там,
в паре однозначно есть сложности и проблемы. Да, там. Если там я чувствую, что сейчас мне нужно подойти первой, но мой мужчина тоже иногда так делает, да, ну тогда как будто бы какая разница. Да, там. Ну, мне нужна потребность, я чувствую какую-то свою вину, я подошла. Да, там. Он накосячил, он подошел. Тобто, якщо комусь одному це важливо весь час, то треба звернути вже увагу на те, що можливо іншому не цікаво, не хочеться вже мати таких стосунків. А що тоді робити? Чи потрібно склеювати, чи тут вже все? Тут нужно садиться, и вот это вот как раз то, что вдвоем сделать сложно, да, для этого там и нужна, наверное, семейная терапия, да, там и смотреть, а что было хорошего вообще в отношениях, да, там, а ценны ли нам эти отношения, или то, что сейчас между нами, да, там какой-то кризис, он уже таки точно ставит точку. И немножко так как будто бы отходить в сторону, да, и поэтому людям, которые в этом конфликте, им сложно, да, там, и смотри, да, там, мы с него можем выйти, или это точно точка. И если мы видим, что все, да, там, все-таки вот есть какие-то вещи, которые там точно я не могу простить и неприемлемы, например, там, да, там, измены, не пройду я могу закрывать глаза, но все равно буду всю жизнь напоминать. Тогда, наверное, лучше не тратить, да, там, свою энергию, свою жизнь на то, чтобы доказать тебе, что ты был неправ в той ситуации, да, там, а каждому строить уже жизнь отдельно. Но если это какие-то такие моменты, которые мы точно можем прожить вместе, да, ну почему бы тогда, не опираясь на опыт хороших отношений, когда у нас в браке все было хорошо, там, с помощью, да, там, терапевта, с помощью кого-то не пройти через этот кризис. А ось та новизна стосунків, вона все одно була колись, так? Люди ж не просто так обрали один одного. Значить, були стосунки, були, можливо, вони якийсь час і тримали. А що сталося потім з тією парою? Чому вони почали вже дивитись на інших людей? Чи щось не так? Все одно ж, якщо щось з парою не так, значить, була на те причина. Безусловно, да, там, и вот тогда вот опять же возвращаясь к тому вопросу, что когда мы в отношения вступаем из дефицита, да, там, в какой-то момент мы его либо заполняем, этот дефицит, и ты мне становишься неинтересен, либо человек другой не в состоянии никогда закрыть эту, да, там, проблему какую-то, которая у тебя там годами тянулась, и ты ищешь еще кого-то, да, там, чтобы какие-то, бывают какие-то травматические ситуации в жизни случаются, они, ну, могут быть не сильно страшными, да, там, но тем не менее они накладывают какой-то свой отпечаток. И потом мы ищем партнеров, которые будут подлечивать нас, да, там, как-то вот в этом всем. И, конечно же, партнер, он не терапевт, и он не справляется, да, там, он тоже хочет, чтобы его любили и лечили, да, там, и вот когда встречается человек два, которым и тому нужна помощь, и тому нужна помощь. И вдвоем они уже, ну, не справляются. Да? Тобто поэтому, треба просто, да, лікувати стосунки, як то кажуть, за допомогою спеціалістів. Спеціалістів, а не друг об друга. Так, да, звичайно. І ось зараз такий час настав, коли люди менше знайомляться. Ну от студенти зараз вчаться онлайн, і зараз багато різних підприємств так працюють. Як познайомитись? Що знайти в тій людині? І, можливо, теж для молоді є проблемою знайти саме твого чоловіка чи саме твою жінку. Як побачити? Як не розгубитися? Як знайти стосунки? Слушай, ну мені кажеться, що, в принципі, конечно же, да, там та ситуация, в которой мы живем с этим коронавирусом, она накладывает, да, там какой-то отпечаток, но не глобально, да, там, и люди многие продолжают все равно вести активный образ жизни, да, там, и когда ты живешь полноценной жизнью, любишь себя, веришь в себя, рядом с тобой возникают такие же люди, да, там, и ты их видишь, да, там, моя жизнь изменилось, безусловно, да, там вошли, там, скажем так, у меня стало гораздо больше онлайн-клиентов, чем было раньше, но это точно не заменило всего остального, да, там, вот у меня она достаточно насыщенная, и поэтому как будто бы тогда тут вопрос не в времени, в котором мы сейчас перешли в онлайн, а в состоянии человека, который не хочет выходить в общество, не хочет знакомиться. И тогда тоже, да, надо разбираться, что происходит, почему, да, там, как. Ведь и раньше же было, когда не было коронавируса, и женщины не могли встретить, да, там, свою любовь длительное время.
нічого. Ну, я так думаю, що треба шукати варіанти, шукати можливості, жити повноцінним, якісним життям, знаходити все навкруги, що може нас надихати, а це дуже важливо для нас, для кожного, тому що ми всі можемо розвиватися і потрібно це робити обов'язково. І тоді будуть знаходитись ті люди, які теж з нами на одній хвилі. Я вам дуже дякую, Аліно, рада, що сьогодні ми саме на цю тему говорили, стільки всього почули, і дуже хочеться, щоб люди звертали увагу на свої сімейні стосунки, не лише сімейні, просто стосунки між чоловіком та жінкою, аби пар щасливіших було більше і менше розлучень. І бажаємо вам усього найкращого, нехай щастить. Зустрінемось вже завтра о 13:30. До побачення.